Всем привет! Продолжаем путешествие по Петербургу, по моему городу. Здесь я живу. Живу я на Васильевском. Вот решил пройтись, посмотреть. Пятая линия Васильевского острова. Дом 8. Бухский переулок 1. Доходный дом Костюриной. Пользуюсь я данными прекрасного сайта City Walls. Стараюсь всегда об этом говорить. Вот что написано на этом сайте о доме. Архитекторы Слупский, Липский. Год постройки 1860-1902-1905. Стиль эклектика. Доходный дом Костюрина. 1800-е годы. Автор неизвестен. 1830-е флигель уже был. 1860-е архитектор Слупский. Реконструкция. 1902-1905 архитектор Липский. Надстройка, изменения и фасад. Уже в 1730-х годах на участке находились деревянные строения. Они сгорели при пожаре Андреевского рынка в 1763 году. В начале 1800-х годов был построен каменный трехэтажный доходный дом. В 1830-х годах к нему был присоединен двухэтажный флигель. В 1860-х здание реконструировали по проекту Слупского. А уже в 1902-1905 архитектор Липский настроил здание четвертым и пятым этажами. Изменил отделку фасада. Ну а теперь же кто же здесь жил? А жил здесь живописец Венецианов, живописец Антонелли, архитектор Кириллов. Вот, нашли хорошее место. Жили они в начале 1830-х годов. В 1840-1844 годах здесь жил украинский поэт Шевченко. Именно здесь им созданы поэмы «Гайдамаки» и «Сон». В 1875-1879 годах здесь жил композитор Мусоргский, который в это время работал над операми «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». В 1891 здесь жил живописец Мясоедов, один из организаторов товарищества передвижных выставок «Передвижники». В 1870-х владельцем дома Костюринов, в которой бывали поэт Жемчужников, актер и писатель Горбунов, певица Леонова. Кстати, Мусоргскому Костюрина предоставила одну из комнат в своей квартире. В 1906-м здесь жил Рождественский, лаборант физико-математического факультета университета, впоследствии академик. В 1911-12 годах здесь жил акварелист Соколов. Вот такая история дома. Колоссальная, да, вообще, сколько людей жило знаменитых. Ну, здесь находится мемориальная доска Шевченко. Вот вкратце, конечно, о доме номер 8 по пятой линии Васильевского острова. Пользуется сайтом City Walls. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до скорых встреч.